Вот так вот выглядит город-герой Севастополь 31 января 2017 года. Вы видите украшение этого города? Вы видите, как красиво он украшен? Это же замечательно. Вы видите, сколько красивейших гирлянд. На самом деле, конечно, это, я утрирую, это просто позор. Это просто позор, ребята. Давайте как-нибудь все-таки высказывать свою точку зрения и доказывать ее. Если нам не нравится какой-то сраный мэр, давайте говорить об этом, ребята. Давайте не проглатывать. Всех с Новым годом. Желаю всем счастья и процветания и радости. Пока. Хочу обратить внимание, в центр города перекрыт в этом, в Севастополе, 31 декабря 2017 года. Менты стоят и никому не дают проехать на центральную елку. Украшения города, вы сами видите, ни одной вшивой какой-то там игрушечки нет в городе. Это по... Ну и вот, только приехали домой. Люди сами устраивают вот такую красоту. То, что могут люди, то и устраивают в Севастополе. Почему? Потому что менты просто не дают людям проехать в центр города и что-то там смотреть и радоваться жизни. Нет никакой приятной, вот приятного никакого ощущения, нет никакой радости от этого в городе, вообще ничего нет, никакой сказочности, ничего. Вы видели ни одной гирлянды? Ребята, долой этого сраного мэра этого города нашего славного Севастополя. Эту овсянку надо выкинуть из Севастополя нахрен. С Новым годом!